Всем привет! Я вас приветствую на нашем курсе Travel с нуля. Сегодня уже 17 урок, а это значит, что скоро у нас будет уже окончание нашего курса, и мы с вами сможем все наши знания закрепить на прекрасном танце. Сегодня мы изучим с вами внутреннюю восьмерку бедрами. Она еще называется в Travel как токсин. Для этого мы сегодня хорошо разомнемся. Настраиваемся на практику, делаем глубокий вдох. Молодцы, вытягиваемся высоко наверх. Очень хорошо растягиваем свою спинку, мышцы. Хорошо. В одну сторону потянулись. Дышим, 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 дышим. И в другую. Молодцы. Здорово, хорошо. Округляем спину. Молодцы. И назад. Хорошо. Очень хорошо. Молодцы. Прекрасно. Сейчас постараемся полностью расслабить наше тело. Мы переносим вес из ноги на руку и стараемся нигде не фиксировать наш корпус. Просто раскачиваемся, переносим вес из стороны в сторону. Практика сегодня будет на расслабление. Мягче, мягче, не следим за красотой, стараемся ощутить, что мы как будто в воде, да? Или как будто воздух колыхает наше легкое тело, легкие руки. Замечательно, супер. Расслабляем голову, голова также самая мягко покачивается из стороны в сторону. Еще немножечко добавляем подсед в ножки. Переходим с выпада на выпад, растягиваем корпус. С каждым разом тянемся все больше и больше по сторонам. Помним про то, что ваши колени смотрят четко по направлению стопы. Перекатываем себя из стороны в сторону мягкими движениями. Здорово! Молодцы! Расслабляем корпус. Хорошо. Переднюю диагональ вытягиваем наши ручки. Переднюю, переднюю, на выход. Полностью раскачиваясь из стороны в сторону, стараемся расслабить наш корпус. Здорово, молодцы. И еще. Очень хорошо. Прекрасно. И еще из стороны в сторону тянемся, тянемся. Мягенько, мягенько, плавно, плавно. Хорошо. Молодцы. Переходим к коленям, разминаем их вовнутрь. Прокручиваем, прокручиваем. Здорово. И обратно. Хоп, хоп. Хорошо. Молодцы. Подсаживаемся параллельно полу, следим за копчиком, ручки по сторонам и начинаем сокращать лопатку. Зажимаем. Зажимаем. Дышим. Тык, тык, тык. Здорово. Хоп, хоп, хоп. Очень хорошо. Продолжаем зажимать лопатку. Следим, чтобы мы не прогибались в пояснице. И дышим. Тык, 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 тык. Хорошо. Очень здорово. Еще. Тык, 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 тык. Добавляем приседания. Очень плавно опускаемся вниз и поднимаемся наверх. Вниз, наверх. И еще. Вниз, вверх. Вниз, наверх. И еще разок. Вниз, наверх. И хоп, вверх, вниз,
Молодцы. Вниз. Вверх. Сокращение. Раз. Два. Наверх. Три. Четыре. Вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Стараемся как прочувствовать, как наши лопатки работают, и спина становится с каждым разом ровнее, раскрываясь. Прекрасно. Продолжаем. Вниз. Наверх. Вниз. И наверх. Вниз. Вверх. Молодцы. Вниз. И наверх. И еще чуть-чуть. Хоп. Вниз. Наверх. Вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх. И внизу задержались. Сидим. Теперь работаем нашими кистями и локтями. Вспоминаем наше движение, когда идет песочек, и мы локоть придвигаем к нашей поясничке и выдвигаем. Раз, два. И ныряем. Ныряем. Молодцы. Еще к себе. К себе. От себя. Здорово. Следим за тем, чтобы наши первые пальцы не оттопыривались и наш локоть не гулял. У нас работает только запястье. Хоп. 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 Супер. Молодцы. Раз. Два. Три. Сидим, сидим, сидим. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжаем. Раз. Два. Копчик вниз и дышим. Три. Четыре. Молодцы. И раз. Два. Три. Четыре. Очень хорошо. Раз. Два. Три, четыре. Быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тык, тык. Когда мы увеличиваем темп, мы постараемся сделать это движение максимально плавно, да? По траектории, но не сильно выгибая ваши пальцы, не сильно прорабатывая ваши пальчики и запястья. Поехали. Вниз, наверх. Вниз, вверх. Молодцы. Еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Молодцы, забросили. Очень хорошо. Расслабляем ваши ножки. Итак, сегодня я хочу вам рассказать, показать еще одну новую, очень интересную волну. Сначала мы ее уже знаем, когда ваши локти подходят к пояснице. И дальше вся фишка движения заключается именно в самом локте. Мы должны описать полукруг и вывести руку. Мы первое, что делаем, мы приводим ручки к нашей пояснице. Дальше движение идет за счет локтя. Мы отводим локти назад и раскрываем в стороны. Когда у нас локоть раскрывается в сторону, запястье опадает вниз. Хоп. Дальше все внимание на запястье. Мы не зажимаем нашу кисть, мы ее полностью расслабляем. Представляем, что мы берем за подол юбочки и раскрываем в сторону. Наша рука должна раскрыться от локтя. От локтя в сторону, не от плеча. Мы ничего не поднимаем, мы просто разводим руки в стороны. Пробуем соединить. К себе назад. Отвели ручку, развернули локоть в сторону. Запястье в этот момент опустилось. И теперь раскрываем руки за счет вашего запястья. Мягко раскрывается она в сторону. Молодцы. Еще раз. К себе. Назад. В сторону. И раскрыли. Еще раз. К себе. Назад. Запястье. Раскрыли. Молодцы. К себе.
назад, запястье. Открыли очень хорошо к себе, назад, запястье, открыли, продолжаем и оп, два, три, четыре, молодцы, еще раз, два, три, четыре, следим за локтем к себе, назад, локоть в сторону. И раскрыли. Молодцы. Еще к себе. Назад. Локоть в сторону. И закрыли. Умнички. Старайтесь прям ощутить, что вся работа в этой красивой нижней волне заключается в ваших локтях. И очень сильно расслабьте ваши запястья. Старайтесь, чтобы ваши руки не фиксировались и не пережимали энергию. Старайтесь, чтобы она у вас текла, мягко струилась к себе, назад, в сторону. У меня эта волна ассоциируется с водорослями, только красивыми такими, мягкими. И понаблюдайте, как они мягко-мягко струятся, да, в воде, в речке. Так же само ваши кисти очень плавно и мягко раскрываются. Здорово. Прямо ощущайте эту энергию, которая у вас от локтя снисходит в пальцы и идет вокруг вас. Молодцы, супер. Здорово. Очень хорошо. Ну что ж, мои дорогие, а сейчас мы с вами перейдем к освоению нашей восьмерочки бедрами. Заминка у нас будет немножечко интенсивная, так что сейчас у нас будет много плавности. Итак, первое, что мы должны представить, что наши бедра – это пиалка, да, которая с водичкой. Что мы делаем? Первое, мы должны утопить наше бедро вниз, провести в сторону и немножечко приподнять. Дальше мы опять одной стороной зачерпываем в сторону и поднимаем. Зачерпываем в сторону, поднимаем. Зачерпываем в сторону, поднимаем. Когда мы делаем эту восьмерку, мы ощущаем, что впереди нас и сзади нас находятся две стенки, и мы можем четко только из стороны в сторону работать бедрами. Никуда не выходить, не скручивать. Итак, первое, что мы делаем, мы будем учиться рисовать подкову. Подкову бедрышками. Мы с исходного нашего положения будем утапливать бедро вниз. Как же это будет происходить? Мы полностью переносим вес на ногу, сгибаем колено, и наше бедро опадает вниз. По ощущениям, как будто мы мягко погружаемся в сыпучий песок. Она затягивает вниз. И бочок весь должен растянуться. Плавно, через центр и другая ножка. Следим за поясницей, не прогибаемся. И еще. Оп. Вниз. Молодцы. Вниз. Чувствуем, как вот у нас действительно рисуется бедрами подкова или радуга, да? Центр, вниз. Центр, вниз. Хорошо, вес у нас в ножках сейчас смещается, но очень большое внимание мы уделяем нашему поясничному отделу, чтобы когда мы опускали колено, в этот момент мы не прогибали его, а все-таки старались максимально прижать поясничку к задней стеночке. Центр, вниз. Центр, вниз. Центр, вниз. Центр, вниз. Молодцы! Центр, вниз. Центр. Плавно. Теперь постараюсь прям оторвать ножку, чтобы действительно вы ощутили, что вы переносите вес сюда. Да, молодцы. Хоп. Чик. Хоп. Чик. Хоп.
Здорово, молодцы. Еще. Вниз. Оп. Вниз. Теперь смотрим на наш корпус и стараемся раскрыть плечи, поднять грудную клетку. И, естественно, она у нас не двигается. У нас смещаются только бедрышки. Раз. Молодцы. Раз. Раз. Хорошо. Раз. Здорово. Итак, вторая точка. Мы помним, что мы как бы зачерпнули бедром, а сейчас нам надо протолкнуть бедро в сторону. Что же мы делаем? Мы опускаем бедро, полностью переносим вес, и в диагонали вот этой бедрами мы их проталкиваем дальше в сторону, оттягивая бедро. Пробуем. Мы теперь делаем радугу, оттяжку. Радугу, оттяжку. Поехали. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Только одна нога. Согнули, оттянули. Вернулись. Согнули, оттянули. Следим за поясницей. Это очень важно. Вниз, в сторону. Расслабились. Вниз, в сторону. Расслабились. Вниз, в сторону. Расслабились. Еще разочек. Вниз, в сторону. Расслабились. Поехали. Вниз, в сторону. Расслабились. Еще. Вниз, в сторону. Расслабились. Корпус держим. Вниз, в сторону. Расслабились. Последний раз и переходим на другую ногу. В сторону. Расслабились. То же самое. И вниз. В сторону. Расслабили. Умнички, очень хорошо. Давайте еще раз. Раз, два. Молодцы, здорово. Еще разок. И вниз. В сторону. Расслабились. Хорошо. И вниз. В сторону. Расслабились. Здорово, супер. Мягче только. Вниз. В сторону, следим за корпусом, не забываем дыхание. И вниз, в сторону, собрали. Молодцы. Последний раз. Вниз, в сторону и подняли. Итак, сейчас я вам покажу визуально разницу между волной бедрышками, да, восьмерочкой восточной и трайбл. Я так думаю, что вам будет видно, понятно. Ручками я еще буду акцентировать. Восточная восьмерочка идет через сторону, мы максимально оттопыриваем бедро и делаем ее больше объемной. Она у нас, грубо говоря, плоская, она делается четко между двух стенок, но очень широкая по сторонам. Я сейчас покажу в быстром темпе для того, чтобы мы визуально поняли. Хорошо. Трайбл, она идет не такая объемная, она уже, но исполняется как будто в 3D. Она заполняет полностью все пространство, она не плоская. Начало у нее начинается так же самое между двух стенок, а подъем идет не через сторону, через бедро, а за счет косых мышц живота. И, грубо говоря, как бы через переднюю диагональ мы пытаемся втянуть бедро. Смотрим. Здесь очень сильно задействованы мышцы живота, потому что они работают на втягивание ваших мышц. Угу.
трайбу, восточную. Трайбу. Молодцы. Ну что ж, давайте сейчас изучать самую важную, самую такую коварную точку. Что же происходит с третьей точкой, когда мы поднимаем наше бедро наверх? Что же это? Что же это? Итак, опускаем максимально бедро вниз. Проталкиваем его в сторону. Дальше кладем ручку на косую мышцу живота, да, которая перед вашей косточкой. И представляем, что вот четко за счет этих мышц мы пытаемся подтянуть бедро наверх. Раз. У вас движение будет немножечко в себя. Не вверх и в сторону, а в себя. Сейчас боком покажу, чтобы вам было визуально больше понятно. Итак, вот мы пошли вниз, в сторону, и движение идет немного в себя. Если по весу в ноге, он у вас в центре стопы, потом он у вас смещается на боковую часть, и, грубо говоря, через полукруг, да, приходя к первому пальцу, через пальчики, через прокат, вы втягиваете бедро к себе. Пробуем еще разок. И вниз, в сторону, и за счет мышцы в себя. Молодцы, еще разок. Вниз, в сторону, хоп. Как будто мы начали вот восьмерку правильную, восточную, а потом что-то нас или напугало, или не понравилось, и мы прям втягиваем максимально мышцу живота. Поехали. И вниз, в сторону, в себя. Хорошо. И еще разочек. Вниз, в сторону, в себя. Хорошо работаем. И вниз, в сторону, в себя. Умнички. Вот прям зажимаем, зажимаем его. Вниз, в сторону, в себя. И еще разочек. Вниз, в сторону, мышца. Умницы. И расслабили. У вас в трайбл восьмерке максимально работают мышцы нижнего пресса. В восточной просто работают бедра. И все. Приготовились. Меняем ножку вниз, в сторону. И так же самое. Втягиваем в себя. Ощущайте. Вниз, в сторону и втянули. Хорошо, еще раз. Вниз, в сторону и втянули. Хоп. Умница. Еще вниз, в сторону, втянули. И еще разочек. Вниз, в сторону, втянули. Продолжаем. Вниз, в сторону, животиком. Оп. Молодцы, еще разочек, вниз, в сторону, хоп, руки на бедра, и стараемся нарисовать, зачерпывая из стороны в сторону, на подъеме немного сокращая мышцы живота. Пробуем. Вниз, в сторону, и при подъеме стараемся зажать только одну часть живота. Если вначале у нас будет сокращаться весь живот, ничего страшного, мышцы потом разделятся. И будет работать только поочередно и так, как нам нужно. И в себя. Молодцы, продолжаем. Вниз, в сторону, в себя. Хоп, умницы, продолжаем. Вниз, в сторону, в себя. Очень хорошо. Вниз, в сторону, в себя. Продолжаем. Вниз, в сторону, в себя. Молодцы, супер. Вниз, в сторону, в себя. И еще плавнее. Раз, два, хоп. Раз, два, хоп. Старайтесь на подъеме сделать небольшой акцент. Чуть-чуть резче втянуть. Хоп. Вниз, в сторону. Хоп. И еще. Раз, два, три. Раз, два, хоп. Раз, два,
Хоп. Раз, два, хоп. Молодцы. Раз, два, хоп. Раз, два, три. Вниз, в сторону, чик. Вниз, в сторону, чик. Ваше бедрышко может использовать как восточную технику в трайбле, так же само и сам таксим, который используется именно в трайбле. Мы допускаем и восточную восьмерку бедрами, и трайбл восьмерку. Здесь отличие идет только в том, что сильнее работают мышцы живота в трайбле, чем в самом восточном танце. Молодцы. Раз. Хоп. Раз. Хоп. Раз. Хоп. Раз. Хоп. Раз. Хоп. Ручки ставим по сторонам и стараемся сейчас сделать нашу восьмерочку уже с руками. Приготовились. Четыре. Три. Два, поехали. И вниз, в сторону, втянули. Очень хорошо, еще. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Очень хорошо. Раз, два, три. 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 Следим за рукой. Мы добавляем локоть, как будто он толкает в противоположную сторону ваше бедро. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодцы. Вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Прекрасно. Теперь мы попытаемся соединить. Что же мы будем соединять? В тот момент, когда наше бедро будет сокращаться и подниматься наверх, мы вот как представьте, что ваша рука, да, и предплечье превратились в хвост рыбы, да, и резко умахнули в сторону. Мы будем подтягивать локоть к себе и потом через спину, да, хоп, и красиво будем вынимать руку. Здесь желательно, чтобы вы отследили, что ваше запястье рисует полукруг. Только ручки, приготовились, и к себе, шух, молодцы, меняем, к себе, шух, очень хорошо, только плечо мы не поднимаем, к себе, хоп, здорово, повторяем еще, к себе, шух, очень хорошо, молодцы. К себе, шух, немного быстрее, к себе, шух, к себе, шух, к себе, шух, молодцы, и с бедром. Когда наше бедро идет вниз и в сторону, диагональ мы образуем, да, и значит противоположный локоть начинает идти к себе. Как будто за счет локтя мы толкаем наше бедро. Поехали. Вниз, в сторону. Еще разочек. Вниз, в сторону. Вынимаем ваш локоть и подтягиваем мышцу. Хоп. Молодцы. Раз, два, хоп. Вниз, в сторону, в себя. И вниз, в сторону, в себя. Вниз, в сторону, в себя. Вниз, в сторону, в себя.
вниз, в сторону, в себя. Молодцы. Вниз, в сторону, в себя. И еще вниз, в сторону, в себя. Молодцы. Продолжаем. Вниз, в сторону, хоп. И еще вниз, в сторону, хоп. Очень хорошо. Четыре. И хоп. Еще, еще, еще. Вниз, в сторону, хоп. Молодцы. Раз. Два и хоп. Здорово. Вниз, в сторону, хоп. Теперь бедрышко противоположное. Да, у нас опять идет диагональ. Стараемся проработать. Приготовились, подсели. Начинаем. Раз, два, три. Мы не идем тазом назад, мы втягиваем просто за счет мышц живота. Как будто вот наша нога, да, и стопа погрузились в сыпучий песок, и мы вытягиваем за счет косых мышц живота. Поехали. Вниз, в сторону, хоп. И еще раз. Вниз, в сторону, хоп. Молодцы. Вниз, в сторону, хоп. Хорошо. Вниз, в сторону, хоп. Очень хорошо. Вниз, в сторону, молодцы. Раз, два, шух. Молодцы. И вниз, в сторону, еще. Вниз, в сторону, еще разок. Раз, два, три. Меняем. Раз, два, три. Меняем. Вниз, в сторону, в себя. Вниз, в сторону, в себя. Молодцы. Вниз, в сторону, в себя. И еще. Вниз, в сторону, в себя. И еще. Вниз, в сторону, в себя. И вниз, в сторону, в себя. И еще вниз, в сторону, в себя. Молодцы. Вниз, в сторону, в себя. И еще вниз, в сторону, в себя. И вниз, в сторону, в себя. Молодцы. Расслабились. Очень хорошо. Сейчас мы соединим еще с одной нашей волной. Это будет верхняя волна руками. Мы сейчас соединим наши ручки, которые будут наверху, вместе с нашими бедрами. Но это будет в два раза легче. Итак, мы помним все наши движения. Вниз, в сторону и, грубо говоря, наверх. В руке у нас будут точно такие же движения. И мы действуем одноименной рукой. Подсаживаемся, копчик вниз, собираем наши коленки, вытягиваем грудь, подбородок 90, раскрываем наши плечики, поднимаем ручки вверх, помним, что они стоят не где-то перед собой, а стараемся оттянуть их где-то за ушки. Опускаем ваши плечи, запястья расслабляем. Итак, начинаем с нашей правой ножки. Мы за запястье тянем вниз, в этот момент наше бедро опускается вниз. Соединяем эти две точки, как будто медленно они связаны между собой и опускаются. Прекрасно. Дальше мы оттягиваем локоть в сторону и оттягиваем бедро. Следите теперь за вашей осью, чтобы только бедро и ваша рука двинулись в сторону. И сейчас мы поднимаем бедро наверх. Молодцы. Очень хорошо. Сейчас я вам покажу более легкий способ исполнения таксима за счет стоп. Итак, что же делают наши стопы? Мы опускаем бедро, оттягиваем в сторону. И сейчас, проходя по подушечке от пальчиков, да, мы заворачиваем бедро в себя. Мы его не скручиваем. Мы помним, что впереди сзади стеночка, мы как бы его укладываем в себя вовнутрь корпуса. Хоп! Молодцы! Пробуем. Вниз, в
сторону и в себя. Замечательно. Вниз, в сторону и в себя. Очень хорошо, молодцы. Вниз, в сторону, в себя. 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 И раз, два, три. Раз, два, хоп. Умницы. Раз, два, три. А теперь постарайтесь ваши стопы, да, сменять очень по-кошачьи, очень грациозно и мягко. Старайтесь приплюхать ногой, чтобы ваши бедра, особенно ваш вес и уровень не скакал. Мягко и плавно. Мягко и плавно. Вот как прям кошечка месит, да, вот то же самое движение. И ваши бедра перетекают из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Очень хорошо. Молодцы. Красиво. Супер, супер. Молодцы. Плавнее. Не скручивайте бедра. Вы не ходите по диагоналям. Это совершенно другая восьмерочка. Мы к ней сейчас перейдем, но, а сейчас мы учим вертикальную восьмерку, вертикальную, и в себя, в себя, в себя, в себя, очень хорошо. Ну что ж, давайте сейчас с вами соединим это все вместе с ручками, на чем мы с вами остановились, только с добавлением наших стоп. Конечно, так будет намного интереснее. Ну что, поехали. Приготовились? И вниз, в сторону, и вытягиваем бедрышко. Очень хорошо. Вниз, в сторону, и бедро. Хоп. Молодцы. Руки назад, вниз, в сторону, и в себя. Очень хорошо. Только помним, рука поднимается за собой, как крыло. Никаких бабаек не делаем. Продолжаем. Вниз, в сторону и в себя. Молодцы. Вниз, в сторону, в себя. Хорошо, еще. Вниз, в сторону и в себя. Здорово. Вниз, в сторону, наверх. Хоп. Молодцы. И вниз, в сторону и вверх. Очень хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вниз, в сторону. Хоп. Раз, два, три. Раз, два, вверх. Раз, два, вверх. Раз, два, вверх. Расслабились. Прекрасно. Это было очень широкое. Я аж прям засмотрелась. Супер, умнички. А теперь мы с вами освоим две горизонтальные восьмерочки, чтобы наши бедрышки почувствовали всю амплитуду движения. Мы становимся просто в нашу обычную базовую позицию трайбл. Скручиваем бедро так, чтобы одна косточка его смотрела в переднюю диагональ. Немного смещаем и теперь рисуем большие полукруга в заднюю диагональ. Следим, чтобы наш корпус не разворачивался. После того, как мы дошли до максимума, мы по диагонали протягиваем ваше бедро вперед и рисуем другим бедром те же полукруга. Большое внимание уделяем тому, чтобы наши бедра не шли на латину, когда ваши колени работают и бедра приподнимаются. В трайбле, в восточном танце, бедра рисуют горизонтальную восьмерку, то бишь она не поднимается. Она плоская, да, она ровненькая, бедро у нас ходит аккуратно, описывая восьмерку или бесконечность вокруг нашей оси.
Молодцы. Хорошо, ручки поставили и рисуем. Медленно, спокойно. Назад. Стараемся максимально удерживать наш корпус, чтобы он не сильно разворачивался вместе с восьмеркой. Хорошо. Хоп. 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 Молодцы. Очень хорошо. Здорово. Следим за поясничкой. Помним про то, что наша поясница должна не прогибаться. Молодцы. Здорово. Супер. И обратно. Мы опять скрутили бедро, только сейчас вывели в заднюю диагональ. И пытаемся зачерпнуть бедром. Зачерпнуть максимально бедром. Доходим до максимальной скрутки. Больше оно не крутится. И мягко, параллельно по диагональке уводим в заднюю диагональ. Описываем полукруг. Молодцы. Сместили бедрышко. Следим за корпусом. Стараемся меньше его скручивать. Работают только бедра ваши. Хорошо. Молодцы. Держим ручки, дышим. Чувствуем, как бедра описывают красивую восьмерку. Шух. Молодцы. Шух. Хорошо. Шух. Молодцы. Расслабились. Ну что, мои дорогие, давайте теперь соединим все-все-все, что мы сегодня выучили, на какую-то красивую связочку. Она точно вам придется по душе. Поехали. Начинаем от локтей. И к себе в стороны открылись. К себе назад в стороны открылись. И еще два раза. Последний. Хоп. Прекрасно. Вдох. И поднимаем ручки наверх. Рисуем с бедром восьмерочку и вытягиваем вниз, в сторону, вверх. Не спешим, вниз, в сторону, наверх. Супер. Вниз, в сторону, вверх. Еще раз, два, три. Раз, два, умницы. Раз. Два, три, раз, два, три, опускаем ручки. Обычная наша вертикальная восьмерочка с помощью мышц живота. В сторону и в себя, вниз, в сторону и в себя. Раз, два, хоп. Раз, два. Молодцы. Горизонтально выводим бедрышко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И обратно зачерпываем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кисть к себе. Назад. Открываем. К себе. Назад. Открываем. И еще разок. Раз. Два. Три. Четыре. И последний раз. Молодцы. Поднимаем наверх. С бедром вниз. В сторону. Наверх. Вниз, в сторону, наверх. Вниз, в сторону, наверх. Вниз, в сторону, наверх. И еще. Вниз, в сторону, наверх. Вниз, в сторону, наверх. Вниз, в сторону.
сторону, наверх, последний раз. Опускаем ручки. Обычная волна нашими бедрами, таксим, с помощью мышц живота. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. И горизонтально. Через вперед. Молодцы. Хоп. Супер. И обратно. Хоп. Зачерпнули. Супер. Кисти можем нарисовать. Какие-то мягкие, плавные движения. Расслабились. Супер. Очень хорошо. Ну что, мои дорогие, мы сегодня с вами очень много изучили, очень плавного, интересного и красивого движения, а тем более полезного для наших женских органов. Так что я вас с этим поздравляю, и мы переходим к заминке, к растяжке. Наверх делаем глубокий вдох, вытягиваемся. Молодцы, хорошо. Ставим ножечку на пятку и тянемся вниз. Вниз, вниз, вниз. Молодцы, хорошо. Меняем ногу, вторая нога на пятку. Вдох и плечами тянемся вниз. Очень хорошо. Ножки ставим максимально широко. Упираемся на внутреннюю часть колена. И скручиваем одно плечо вниз. Стараемся смотреть в пол. Дышим как круг. Максимально опускаем и подсаживаем параллельно пол. Меняем стороны. Смотрим в пол, хорошо растягиваемся. Молодцы, ручки в центр. Переходим с одной ноги на другую, попа параллельно полу, максимально вниз ее. Опускаем, чувствуем, как у нас разогревается мышца внутренняя. Молодцы, хорошо. Разворачиваем стопу и подсаживаемся. Вниз, тянемся, тянемся, тянемся. Стараемся максимально опустить таз в пол, садимся, коленка ставим четко 90 градусов, делаем глубокий вдох и на выдохе потянулись ровненько в наши ноги. Дышим, 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 дышим. Стараемся расслабить корпус, чувствовать, как растягиваются наши мышцы. Молодцы. Меняем сторону, аккуратно поднимаемся и переходим на другую ножку. Оттягиваем ваше колено в сторону, таз максимально вниз, дышим. Аккуратно усаживаем. Раз. Кладем вашу стопу, чтобы 90 градусов посуга. Вытягиваемся наверх и аккуратно, ровно стараемся от животика потянуться к ноге. Дышим. Чувствуем, как у нас растягиваются мышцы. Шею расслабляем, голову тоже расслабляем. Молодцы.
Очень хорошо. Собираем ножки. Становимся в собаку мордой вниз. Максимально стараемся прогнуться в грудном отделе. Пяточки стремятся в пол. Копчик выкручиваем в потолок и вверх. Подходим медленно ножками вперед. Тянемся вниз. Стараемся растянуть мышцы пояснички, расслабить заднюю поверхность бедра. Подсаживаемся и медленно наверх. От копчика. Хорошо. Супер. Плечики назад. Вот так. Молодцы. Медленный круг головы в одну сторону. Аккуратно. Спокойно. Здорово. И в другую. Очень хорошо. Расслабили. Наверх глубокий вдох. Вытянулись высоко и сбросили. И еще раз вдох. Потянулись и расслабились. Вдох, потянулись, улыбнулись, выдох. Огромное вам спасибо. Это было безумно красиво и женственно. До встречи на следующем уроке.